Всем привет, друзья, и мы продолжаем играть в Skyrim, и теперь, друзья, с модами. Я установил, ну, так сказать, глобальные моды. Первый, один из этих глобальных модов, это является возрождение Хелгена. Второй является, друзья, стань королем Вивельхельма. И третий является, ну, думаю, не очень глобальный, но, по-моему, это классный мод, называющийся Myths Vampirism Overhaul. И, ну, играем с этими модами пока что. И так что, и еще добавлю еще из глобальных модов на животных, то есть теперь животные будут реалистичны. И когда я добавил, открылись новый квест, друзья. Я еще сам не играл с этими модами, но сейчас попробуем. Так, вот. Запуск возрождения Хелгена. Вы начали играть возрождение Хелгена, когда вы будете готовы начать квест, просто почтите бот по реконструкции Хелгена. Было добавлено, если это отличная идея, чтобы раскрыть потенциально для вас возможность этого квеста. И начало мороза. Мне нужно почитать справочник по выживанию Skyrim, чтобы освещать мою память о навыках выживания в холодной погоде. Посмотрю на ночное небо, может вспомнить, где у меня самолета. Но для начала, друзья, мы будем играть на основном сюжете, чтобы пойти в Айкран. Поверьте, я орлам в Айкране. Сейчас мы идем и... Так, сейчас. Так, мы идем. И идем по... Так, вот тут, по вот этой стрелке. А, не видно. Ну, короче, на верхней стрелочке, видите? На верхней стрелочке видно этот... Вот дверь. Мы будем идти за ним. Так, мы с какой стороны пришли? Друзья, помните, я нечаянно запустил сохраненный издарик. Этот местность, то есть на сохраненном квесте, и я опять заново все выполнил этот гребаный квест, но думаю, этого не видно, потому что я максимально похож на это. Так, Рифта Маркер Хелген White Run, не понял, куда вот сюда, всё. Нет, это не White Run, вот это. Надо пойти с этой стороны, если я не ошибаюсь. Просто я, друзья, забыл все местности, так сказать. Ну, пойдем с этой стороны. Что мы теряем? Так, возьмем вот это, так. Если что, мы сразу уничтожим. Я же знал, что они придут. На. О, я включу все. Так, друзья. Возьмем. И, друзья, вот. Теперь все инвентарь, то есть... предметы, все тут изменено, то есть даже магия. Теперь они более легче, потому что, друзья, они идут. Этот мод называется SkyUI, да, SkyUI называется. UI, я не знаю, как... Sky говорится UI, я не знаю, как правильно говорю, нет. Но так как называется, так называется. Странно, что... на камне вырос. Так, идем на вот наш Вайтран. Идем на Вайтран, где так сейчас мы не, давайте мы не войдем в соратники. Если мы войдем в соратники, то мы станем оборотнем. Ну, не становимся оборотнем, а просто будем вампирами, будем выполнять квесты Мипс Vampirism Overhaul. Вот там, короче. Я помню этот местность, что надо уничтожать эту грёбаную, так, это великана. Вот так. Наша посылка тоже будет. На. Я включу всех. Трепещи. Сражайся с нами, и тебе будет чем похвалить. Ты издеваешься. Не приходи. Скьёр, куда мне еще было стремиться? Неплохо справляешься. Учиться у них. Сражаться с ними, да? Рядом. Орден воинов. Мы братья и сестры по доблести. Мы приходим на помощь, если плата достойная.
Тебя не увидишь, что значит настоящий воин. Нам не нужно с ними соединяться. Блин, поговорить с противником. Не стоит. Так, с какой стороны идем? Походу с этой. А, так, хорошо, все же мы, в принципе, уже пришли. Кто-то лагает почему-то жестко. Что за фигня? Что-то. Давайте войдем, что там увидим. А, это, короче, мод называется Warzone Zone, или что-то зона воинов, то есть сражение. Короче, тут, ну, добавлять те зоны, которые будет сражаться, как там, братья Бури и Имперцы. Так, друзья, я тут много модов поставил и буду еще вставлен много модов. Так. Уже мы, в принципе, пришли. Друзья, я тоже создавал мод. Ну, блин, реально трудно создать квесты, типа такого. Даже вот так, чтобы он приходил к этому. Тоже такое создать. Я создавал мод, у меня были проблемы с нафмашем. У меня есть новость. Скорее, походи, да. Ну, короче, я понял. Так, нужен ключ. Вайтран открыт. Так, чтобы обчистить чей-нибудь карман, подкрепитесь к жертве. Подкрадитесь к жертве и нажмите кнопку. Это появляется подсказка тьма, перебрать содержимое можно, а вот если что-то стащите, это уже кража. Мы уже пришли, друзья. Так. Вайтран долгое время с Вайтрана не избирал. Так. То есть еще стоит мод на добавление 100 чем-то разных NPC, то есть добавлять таких половниц, наемников и так далее. Друзья, реально они оживают город, то есть, ну, город не будет каким-то несколько персонаж, а будет со многими. Вот, даже нищий, Люсия. Так. Это, вот, друзья, это, короче, дом, этот сарафик, который я говорил, что мы не... Они, короче, оборотни. Как это называется? Йорбаскер. Это дом, это сарафик. Сарафик, они оборотни, друзья, то есть. Они, короче, оборотни, но мы не станем. Мы будем, так сказать, вампирами для начала. А уже мы пришли. Драконий предел. Ой. Так, мы уже пришли. Всё. Короче, она сейчас ищет, и пошла. Хорошо. Хорошо. Надеюсь, ты хочешь рассказать мне нечто очень важное. Настолько важное, чтобы оторвать меня во время совета. Герду. Она же держит лесопилку, если не ошибаюсь. Хорошая женщина. Она врать просто так не будет. Так что, Хелген действительно разрушил дракон? Не распоясавшиеся братья Бури? Правда? Ты очень открыто говоришь о своем преступном прошлом. Но мне плевать, кого там хотят казнить имперцы. Особенно теперь. Я хочу знать, что именно произошло в Хелгене. Во имя Исмира, Айрилет была права. Что скажешь теперь, Провентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Так, короче, слушайте, посмотрите. Нам немедленно следует послать войска в Ривербург. Мабр, я один из братьев. Дракон прячется в горах, а не в поясе от меня. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Подождите. Перст не лучше. Вот это, в поясе.
Ой, что я бросаю? Я же тоже бросался. Сейчас мы продадим. Короче, если они закончат разговаривать. Мы типа как советник. Слушаем. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Опа. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся... Идем, найдем Фаренгара. Да, сейчас, что нам дать? Имперский нет. Походу он дал имперскую болезнь. Вот, друзья, если мы посчитаем, начнется квест. Ты не понял, что он кто? Так, мы сейчас идем к кому? Мы идем к Ферангари. Ферангари. Эль, походу, на человек. Я рассказал, что тебе нужна помощь в одном деле. Что? Какое дело? Ты полагаешь, что можешь мне помочь? Внимание. Я так не думаю. Подожди, Яра Балгрифа. Ярла можно найти в большом зале. Он обычно сидит там, на троне, а не здесь, в лаборатории волшебника. Я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он, должно быть, имел в виду мое исследование драконов. Да. Ну, так, короче, друзья, реально, я говорю, хорошо, добыть, куда идти и что добыть? Сразу к делу, да? Никаких зачем и почему? Мне это нравится. Пусть умники... Забрать драконий камень. Друзья, мы сейчас, походу, я не знаю, я выполнял это задание. Мы сейчас выйдем из Вайтрана. Котла белая крыла, приплести к соратику, не дает прекрасно, но и рисованную бумажку дает так и во всех сетеводениях. Так, друзья, сперва давайте мы выполним начало мороза. Что я должен делать? Мне нужно прочитать справочник по желанию. Короче, не, наверное. Так, нет. Я не понял, как считаю. Давайте выполнять лучший тренинг пик. Так, откроем карту. И он. Вот, друзья. Это Риверхейм. Ферма Клея. И забрать. Мы, походу, пойдем с Ривервуда, так как там быстрее. Быстрым, быстрое перемещение. Что долго грузит. Так. Мы пришли, мы пойдем, наверное, с этой стороны. Так, мы уже пришли, поп. Мы не пришли близко. Блин, я продать забыл, но. Мне не нравится от такого лица, то есть это третье или первое. Это походу третье лицо, как называется. Или второе. Ноги мне так нравится. Друзья, скажите, как ходить, вот так? Или вот так? По-моему, вот так лучше. Но когда сражаешься, конечно, так не надо делать. А так просто вот так лучше. Так. Идем мы вот сюда, походу. Снег идет, как мы старвана. Фак. Да я пошел, а? Обратно идем. Бо-бо-бо, слишком. Слишком мне холодно. Холодно мне, холодно.
Давайте. Так уже, ну, слишком уж снег пошел, блин, ебаный. Так, я сейчас сюда. Так, я сейчас карту чуть-чуть. А, вот так надо идти. Нет, походу нам нужно... А, пойдем с этой стороны. Так, ой, что, вот так мы будем сражаться. А то вот так, друзья, реально не сложно ударить, а лучше вот так. Так, чуть си. Отмычка, но все золото. Все, вот. Друзья, я вам сейчас немного расскажу о инвентаре. Короче, у обычного с модами Skyward все так же. Если общий вес превыше 300 килограмм или килограмм, то вы будете так ходить, вот так. И не сможете сделать быстрое перемещение. Ой, вот. Да. На стороне в поиске нам нужно, чтобы вам сказать это. Так. Друзья, это походу мод, нас как выживать с Скайриме, потому что такое, я не знаю. И, друзья, золото, вот тут немножко есть золото. А, берем золото для него, и пол у меня, опа, да. Возьму эти. А что такое? Так, сейчас посмотрю, друзья, свои. 22 железный шлем. Так, у меня и персонаж 11. Доспех 23. У меня тут 27 будет. Железный сапог. 11 у меня будет. 11 железный, вот у меня получился такая фигнюшка. Ну, по моему друзья, лучше вчера собрать 27. Ну, больше я выберу кирасу брать бурик, как мне нравится кираса брать бурик. А, сейчас пойдем с этой стороны. Тут походу на бу... А, есть. А, зачем я сюда вошел? Ну пофиг, друзья, мы должны быстро выполнить наш. Так, снизу. Железный печатку. Друзья, тяжелые брони весь очень много. Тут много, но, друзья, зато дают защиту с этой же так силы. Идем мы, друзья, походу вот сюда. Вон там есть выход. Так, быстрая скорость. Блин, друзья, вообще ничего не видно. Слишком уж холодно. Ветреный пик. И готовимся к сражению, все походу. Должно быть каких-то уродов. Да, есть тут уроды. Наверное, наверху. Так, идем. А, ну, я не вижу. Бандит. Вот кто там, что бандиты. Так, мочим бандитов, друзья. Я круче всех. Золото, власт. На дате вместе. И никто. Так, иди сюда. Фак. Я круче, я сюда. Угу. Урод, а вот тебе, вот тебе, вот тебе. Вот тебе, вот тебе. Так, у нас новый уровень. Так, берем мы
Да. Здоровье, друзья, здоровье и здоровье. Из этих берем. Ну, секретность. Пока что берем одноручные, друзья. Так, вот. И открываем экран. Так, уже мы внутри, блин. Так, крысы, зло крысы, то есть. Ха, странно название, зло крысы. И начато золотой полный, друзья, еще. Мы нашли еще новое задание. Так. Я не люблю вот как вот так смотреть и брать золото. Хоть бы 1100. А вот такое я люблю. Так. Так, все открыли, взломали. И берем будет сыромят, но не будем. Так, отмычка. Не хочу сейчас ответить, не хочу. Так, идем мы все глубже и глубже. Так, тут походу это храм древних нордов. Что тут магии. Сейчас, наверное, мы пойдем. То есть идем к выпал от. Тихо. Сейчас он что-то, блин. А все, блин. Тихо, я хотел тебя сломать. Я скажу, блин, хочу замочить. Я неправильно делал, вот тут пельмин, вот тут симпон, так, свинья. И вот тут должно быть свинья. Опять нажимаем и а, все. Так, правильно сделали мы. Берем камень душ. Что это? Сундука смотрим. Ну, ничего такого нету. Идем улицу. Вот такие крысы. Они заразы, друзья, надо быть опасны. Зло крыса. Так, идем внутрь. Ой, зло. Так, идем. Так, идем. Все такое вещи. Ой, чудо фигня. А, восстание. Так. Завел, мы сейчас начнем. Он нас отравил. Ой, фак. Так, ждем тут. Ой. Даже на макер и зелье берем. И тут берем вся из магии, берем лечение. Ну давай. Хочешь вот так справиться? Нет, я так не справлюсь.
Я буду сейчас. Так, все. Убери это сейчас от меня! Убери! Не надо что-то. Иди сюда. Пакан. Пакан. Шо. Вашем. Ла. Рикошен. Ну давай что-нибудь. Короче, это дерьмо. Короче, его сейчас убьем, короче. Я все расскажу. Ты не представь. По-твоему, я могу двигаться? Сперва освободи меня. Что-то подается. Я чувствую. Да, зачем мне это на сокровище? Ты сейчас умрёшь, куда? Сон, ты думаешь? Так, сейчас ты меня лагает, задал ты комик, мид Арвелла. Скрипти тайм, ветреного пика. Мочим. Ой, что за фигня? Теперь берем, друзья, ман. Маги из одноручного берем, боевая стойкость. Падал, не пить. Оп. Я замочу его. Ой, фак. Где мне уровень сложности? На сколько стоите? Так, игра, уровень... Адепт? Где учение? А, адепт на лице. Опа, низкая здоровая, опа. Берем зелье лечения и мальчик. И хилимся и мочим. Хилимся. Идем, прямо идем. И ночью. Рома, Рома, там по голове, по башке вообще. Так, вперед. Вот, вижу, что лучше. Драгор, драгор. Драурк, 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 да? Просто, извините. Фак. Блин, надо второе смотреть. Ты видишь, как долго смотреть, когда смотреть? Сражаться за тяжелые поляки, не буквально мертвецы, скелеты чувствуют. Блин, опять начало, опять 25. Ну, я на этом я закончу, и опять я выполнил ёбаный квест одному. Если вам понравилось мое видео, то подпишитесь, ставьте лайк, а с вами был Бостон Тимыч, всем пока!